Львовский мусор снова в Рівненской области, рядом с детским лагерем на этот раз. Интересно, что грузовик приехал под охраной, его сопровождал автомобиль Lexus. Полицейские увидели, как фура пытается сбросить отходы неподалеку от зоны отдыха. Заметив это, правоохранители, водитель легкового авто и грузовика попытались скрыться в направлении Острога, но не успели. За рулем фуры был житель Сумской области. Он показал накладную на 30 кубометров отходов, который должен был доставить из Львова в Запорожье. Сейчас задержанные автомобили находятся в селе Бугрин. И буквально вчера в том же районе полицейские обнаружили 3 кучи с львовским мусором. Есть свидетельство, потому что было выявлено, что оно есть львовское, тоже полный автомобиль сміття. И тому сегодня была проведена сессия позачергового депутатов, которые тоже сегодня вимагают от правоохранительных органов допомоги, просят, вимагают от города Львова, от их влади забрати данное сміття.